На 40% возросло число погибших в ДТП на Камчатке. При этом каждое шестое дорожно-транспортное происшествие происходит по вине пьяных водителей. С начала года камчатские полицейские поймали более 1500 нетрезвых автомобилистов. Об этом, в частности, речь шла на расширенном заседании коллегии, на котором подвели итоги работы камчатской полиции за первое полугодие 2019 года. Я напоминаю, что в настоящее время в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Камчатского края реализуется региональный проект. И один из показателей, которого мы должны достичь, это как раз снижение смертности на дорогах. Несмотря на положительные изменения в части организации безопасности дорожного движения, я прошу усилить контроль и профилактику нарушений в этой сфере. Нам нужно не просто добиться достижения показателей, а решить задачу, поставленную президентом. И главное, сделать все возможное, чтобы смертей и травм на камчатских дорогах было как можно меньше. На заседании также затронули тему преступлений в экономической сфере. Так, за минувшие 6 месяцев в крае зарегистрировано 148 правонарушений, 41 из них коррупционной направленности. Кроме того, в этом году по результатам работы по противодействию организованной преступности окончено расследование 9 уголовных дел в отношении 20 фигурантов. По-прежнему в отчетном периоде 100% осталась раскрываемость убийств, изнасилований, стабильно высокая раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 97,8%. Так, управлением уголовного розыска УМВД раскрыт ряд особо тяжких преступлений против личности, имеющих широкий общественный резонанс, совершенных в условиях неочевидности. Кроме того, с начала года стражи порядка изъяли более 15 килограммов различных видов наркотиков, а из незаконного оборота конфисковано более 1000 единиц боеприпасов. Благодаря вам, на Камчатке сегодня уровень преступности ниже, чем в Дальневосточном округе. Практически вдвое сократилось и количество убийств. Почти на четверть грабежей и вымогательств, на треть меньше стало преступлений, совершенных иностранными гражданами. Это значит, вы приложили максимум усилий, чтобы на Камчатке была безопасная, мирная и стабильная жизнь. Отметим, что по результатам работы за первое полугодие Камчатка заняла 42 место из 84 в рейтинге по раскрываемости преступлений.